Этот человек направляет ружье на тигра. Тигр очень зол и хочет убить человека. Мужчина видит, что у тигрицы за спиной два маленьких детеныша и хочет пощадить ее жизнь. Но тигрица подумала, что мужчина хочет убить ее детенышей и бросилась в атаку. Мужчина был вынужден застрелить тигрицу в целях самозащиты. Тигрица падает на землю, и к ней подбегают детеныши. Увидев мать в таком состоянии, детеныши начинают рычать на человека, но они еще очень маленькие. Как раз в это время прибывает друг человека и очень радуется, что тигр мертв. Тогда он достает свое ружье, чтобы убить невинных детенышей, но мужчина не позволяет ему этого сделать. Друг говорит, что если он не убьет их сейчас, то эти детеныши вернутся и убьют их, когда вырастут. Но мужчина все равно отказывается их убивать, и между ними завязывается ожесточенный спор. Но в конце концов друг сдается, и человек оставляет обоих детенышей в лесу в целости и сохранности.